Глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов вручил паспорта граждан Российской Федерации 5 уроженцам новых регионов. Мероприятие было приурочено к памятной дате – Дню воссоединения ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Напомним, с 23 по 27 сентября 2022 года прошли референдумы, на которых большинство жителей проголосовали за включение территорий в состав Российской Федерации.